Ребят, всем привет! Вот в цеху нахожусь и покажу вам немного новинок, которые для вас уже в работе. Праздники, не праздники, а делать надо. Ребят, вот такая новиночка будет. Это цельнометаллическая финка НКВД Дол. Такая вот гардочка, рукоять. Все будет с плетинами, с передним и задним плетином, с накладочками. Так, ребят, это версия ножа, соответственно, не цельнометаллического ножа Deus Vult. Такая вот модель тоже новая в работе. Ребят, это Deus Vult, только уже цельнометаллический вариант. Смотрите, такой вот красавчик. Спуски такие двухуровневые, упор тоже будет впереди и сзади. Очень удобный рукоять. Очень такой, я думаю, функциональный красавчик для любителей активного образа жизни. Ребят, ну эта модель вам уже полюбилась, она не новая, но такая классическая, популярная в том плане, да? Это смесь Extreme Ratio Tanto и ножа Кабар. То есть Extreme Ratio Tanto — это клинок, и, ой, Кабар, этот Green Beret и рукоять от Green Beret. Такой вот симбиоз. Так, ребят, дальше идет снова финка, и идут два уже таких больших ножа. Названия пока ему нету, пока только общий вид. Такой вот красавчик, ну явно не маленький, где-то клинок, наверное, на 220 будет. Клинок удобный, рабочий, большой, тоже для любителей большой охоты, большой рыбалки. Ребят, и вот в конце нашего, так сказать, повествования, такая вот легенда, цельнометаллический Боуи, такая вот у него взрезка, смотрите, сверху, снизу, такой вот красавчик, гигант будет. Тоже, я думаю, будет пользоваться спросом, потому что у нас большие ножи как бы все любят. А тут, ребят, дальше вот модели, которые еще в работе. Ребят, так что вот, все в работе, все для вашего хобби. Обращайтесь, Кузнеца Акела, ножи для дела.